во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Мы понимаем, что когда-то придут совсем другие даты. Не будет больше ветеранов, их не останется в живых. Ни рядовых, ни офицеров, ни покалеченных, ни целых, ни благородных генералов, ни бывших зэков прочь штрафы. Кто им потом придет на смену, когда придется звать на сцену, чтоб окружить своей заботой, когда нагрянет юбилей? Подряд уходят ветераны, им обдувают ветераны, их ордена лежат забыты, а имена горят сильнее. Весной 1945 года военные действия охватили большую часть Германии. С востока наступала Красная армия, с запада – войска союзников. Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. И ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. И ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом промах. Это праздник сединою на висках. День победы, день победы, день победы. Здравствуйте. Кто для вас ветеран? Да люди, которые прошли войну всю от начала до конца, которые прошли всю боль, почувствовали, ну как нашей страны, пережили все. Ветеран очень хороший человек, он защищал нашу родину. Как в вашей семье отмечается праздник 9 мая? У меня есть прадед, который участвовал в Великой Отечественной войне, и каждый год мы поздравляем его с этим удивительным и чистым праздником. Мы – последнее поколение, которое видит ветеранов. И мы очень рады, что мы смогли пообщаться с ветераном Ивацевичского района, узнать о его жизни. Thank you.
брат, и когда тебе смотрите, было погибли вообще немцы, вообще было 50 человек, 50 человек. Иван Адамович рассказал о своем детстве до начала войны. Мое детство очень тяжелое, в деревне родился, ну, деревенская жизнь, потом война. До войны еще в 37 году лишился отца, репрессировали его как врага народа. Ну, в 12 лет я уже помогал маме. Принимал самостоятельное решение, ушел в партизанский отряд, до войны 5 классов, ну и потом пробивался в жизни. Я веру в приметы и, ну, предсказания. И когда я родился, вот эта бабка-повитуха, ну, посмотрела и сказала: долговечный и счастливый. Так вот, вы понимаете, что по долговечности, ну, мне уже 92 год. Вот 9 апреля было 91 год. Слава Богу. Также Иван Адамович рассказал о самом запоминающемся моменте на войне. Вот это блокады частые, комендатура была партизанская, во время блокады ушли, а мы возле деревни в лесу будан построили и каждую ночь ходили ночевать в этот будан. А утром приходили. И вот в этот день, значит, вышли из Будана, только начали подходить к деревне, видим деревню, окружаем. И мы вернулись обратно в лес, и кто был с нами, нас было 12 человек молодежи, потом еще несколько человек, ну, сбежали. Когда вели их обманным путем на собрание загоняли, как будто бы в самом деле на собрание, а загоняли уже на расстрел. Вот. Ну, и вот остались мы, потом ушли в партизаны, потом в армию. В 44-м году, когда освободили, я был в Лагишинском районе, в деревне Рудня, мы как дома были, наши деревни, считали наши деревни Рудня, Выгонышце, тоже наша деревня считалась. По вашему мнению, есть ли надежда на будущее поколение, и что бы вы хотели пожелать нам? Вам единственное... жить в мире, под мирным небом, чтобы вас никогда, никогда не постигла участь нашего поколения. Любить свой край, свою землю, свой класс, в котором учитесь, свою школу. Чтобы вас никогда, никогда не постигла участь нашего поколения. Когда мы вырвем из себя страницы памяти, истлеют временем былых героев подвиги, сердца утопим мы в промозглой слякоти,
грязнее грязи будем, что стелилось под ноги. Когда забудем, сколько жизней пролито, как смерть в лото играла похоронками, как мужество в глаза смотрело смерти той. Тогда и станем, как тростина, ломкими, когда развеем пеплом лет воспоминания о башнях, что солдатской кровью сдобрены, о светлой доблести последнего дыхания. Тогда и будем пустотою попраны, когда не в силах будем вспомнить слезы матери, как скорбью облачали себя вдовы, как рваной болью хлеб черствел над гранями. Смиримся, что к бездушию готовы.